Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Игрополка. Мы продолжаем с вами открывать бустеры для классического берсерка из сета Ангхейм. У нас с вами осталось еще 12 бустеров. В прошлом видео, напомню, да, улов был у нас не очень хорошим. Да, мы просто достали положенную нам количество редких карт. То есть одна вот есть в бустере, вот мы одну и доставали. И ничего сверх того. Надеюсь, в этот раз повезет больше. Итак, крылатый лис. Он у нас был в прошлый раз. Шайка пиратов тоже. Чем больше мы открываем бустеров, тем больше карты начинают повторяться. Но пока они повторяются не очень много. Итак, краба-паук. У него получается направленный удар, да, и при ударе атакованный получает отравление на 1 или плюс 1 к отравлению. Темный ворк. Тишера. Тишера был у нас в прошлом видео. Кочевник из степей. 5 садар и супер редкая карта болото проповедник. 12 жизней, одно движение, 1-2-2 удар. Подземник, магия крови и внезапная особенность перенаправить в себя дальнюю атаку. Два раза за ход можно. Можно потратить две фишки и задействовать проповедника, взять под контроль выбранное существо противника стоимостью 7 или менее до конца вашего хода, при этом открыть его. Хорошая карта. Может подпортить планы вашему противнику. Акванит. Регенерация 1, все атаки по закрытому акваниту сводятся к одному. Прелесть. Так. Карвинг была у нас. И наемная копейщица была. Огненный всадник из тьмы тоже был. Ассасин братства. Иггот. Один садар. И супер редкая карта канонир. Пират. Так, а давайте с вами, пока не поздно, а оно же увеличивается, мы будем с вами выделим редкие и суперредкие в отдельную строчечку, чтобы потом в конце нам было проще их посчитать и сравнить. Итак, с тем, что написано на дисплее, я имел в виду сравнить. Вот так. Две всего. У болот вообще мне одна только вот эта попалась, по-моему, больше не было, да. У тьмы побольше, вот. По-моему, больше всего у тьмы у меня и будет. Хотя, вообще, если взять карты, конечно, нейтралов мне попадается больше всего. И леса. Вот они, две стопочки такие полненькие. При этом леса. Ага, да, ни одной редкой или суперредкой карты вот из такой стопочки. Так, дальше. Кровопускатель.
Живая лоза. Еще один драконоборец. Так, Вис. Плюс 2 к разряду, пока на вашем кладбище 3 или более существа. Да, и, собственно, способность разряд на 1. Медный голем. Заклинатель воды. 100 садар. И суперредкая карта Гремлины Воители. Броня 4. В конце хода противника, если Гремлины Воители открыты, могут объявить метание на 3. Интересно. Это дает определенные возможности. То есть... Вообще, Берсерк — это игра про то, да, как правильно использовать карты. В какой момент выгодно держать карту открытую, в какой момент выгодно ее закрыть, например, для атаки. А вот гремлины воители дают вам дополнительный шанс, если вы их не закрыли, и они остались открыты, да, вы все-таки их задействуете в конце хода противника. Стальной листок. Зверь Халсинкорна. Инкарнация 5. Когда получает фишку инкарнации, выбранное ваше существо, аж заговорился я, может получить фишку. Инкарнация, да, это возрождение с кладбища, да, потом у нас существо может вновь войти в игру. Ворк-шаман. Страж общего блага у нас попадался, наблюдатель тоже попадался. Младший крыс. Подземник и плюс 2 к удару, пока в отряде противника есть открытые существа. Так, надеюсь, камера всю дорогу правильно фокусируется. Так, 5 садар. И вот, супер редкая фойловая карта. Смотрите, как она прекрасно переливается на свету. Это у нас изобретатель братства. А в начале боя 2 или менее выбранных существа получают фишки. А метание на 1, дальность 3. Стоит недорого 3. Ну и параметры у него тоже 6, 1, 1, 2. Красота. Так, вот сюда его положим. Количество фойлов карт, как я понял, оно в принципе, да, зависит от удачи. Вообще нет каких-то стандартов, сколько вы найдете фойловых карт. И фойловые карты могут быть любыми. Частыми, обычными, обычные частые, но это же редкими, супер редкими. Шаман племени Ворона. Нейтрал. Дракс. Летающее существо, у него направлены удары, плюс 1 к удару по картам с магической особенностью. Стальной кровосос был. Истребитель чудовищ. Проклятый маг. Акванит был. 5 садар. И еще одна фойловая карта. Супер редкая тоже. Джага Вайл. Вот она переливается на свету. 8, 1 движение, 1, 1, 4. При наборе отряда каждое другое ваше существо с вайл в названии стоит на 1 меньше. В начале боя может выбрать существо, при этом оно получает особенность. Да, не может получать или копить фишки. Можно лишить, получается, существо противника способности копить фишки. А может быть оказаться так, да, что существо противника без этих фишек, в принципе, не играет. Воитель пустоши нам попадался. Я уже заметил здесь значок в конце, он чуть-чуть вылез, да?
карта, какая нам попалась. Ну, сейчас дойдем до нее. Динур. Живая лоза была. Страж Анклава. Стоит он мало, 4, да, но параметры, смотрю, хорошие. 10 жизней, 3-3-3 удар. Сумрак, заряд 2, минус 2 к простому удару. Заряд 3, минус 2 к движению, заряд 4, ранить выбранную карту на 4. Бессмертный страж был у нас. Итак, Пегас, летающее существо у степей. Направленный удар по существам с уязвимостью. 10 Садар. И вот у нас эта карта. Давайте я подсмотрю. У нас ультраредкая, да. Вот такой значок. У нас может быть карта. Карта ультраредкая или легендарная. Имеет один значок в виде короны. Но у них фон разный. Вот на красном фоне у нас ультраредкая карта. И это у нас лес. Наконец-то у нас вот это место заполнится. Н. Тальмеш. 16 жизней. Хороший показатель. 3-4-5. Удар хороший. Регенерация 1. Эльф. Магия крови. Каждое ваше существо с магией крови и тремя или более фишками получает раны только от простых ударов. Может быть хорошим защитником. Хорошо. Сын реки сновидений. Истребитель чудовищ. Это у нас пока повторяются карты. Дух игры был в прошлом видео, попадался нам. Ворк тоже вроде был. Бывалый пират был. Камтур из тьмы. И так, один Садар. Во, фойловая редкая карта, и это лиса. Эльфийский знахарь. Эльф, магия крови, когда получает раны, может получить фишку. Опыт в защите у нее, и также затрату фишек можно излечить выбранное другое ваше существо на 2. Хорошая карта, потому что я сразу вижу, сама-то у нее как бы удар он всего 1-2-2, но 11 жизней тоже не так легко убрать 11 жизней, а если ее поставить еще и где-нибудь в задних рядах, ну, чтобы ее никто не трогал, то можно копить фишки и лечить своих существ. Иногда лечение существ очень-очень портит жизнь, да, потому что ты думаешь, вот, ему осталось нанести 2 раны, сейчас я его стукну, а его подлечили, и ты уже не можешь его, да, одним ударом, например, вывести из игры. Так, зверь Халсинкорна. Сахугин. Так, пока у нас повторы идут. Темный ворк. Ворк бывает, вот, например, на стороне гор, но также ворги есть у нас и на стороне тьмы. Шайка пиратов. Динур. Некромант. Ну и тьма бывает на стороне гор. Вот у них некромант есть. Мне вообще нравится эта карта, да, если накопить фишек достаточно, то можно неплохо, ну, пополнять свои ряды. Один раз забой, да, но я могу дважды это сделать. То есть возродить элитное существо и возродить рядовое существо. Так, один Садар и фойловая карта для гор редкая. Это у нас несокрушимый. У нас был обычный несокрушимый. А теперь вот и фойловый несокрушимый есть.
Так, следующий бустер. Оживший кошмар. Да, на картинке милота нарисована. 10 жизней, 3-3-3 удар, магия крови, регенерация, когда, ну, здесь пояснение, что такое магия крови. При атаке по ожившему кошмару может ранить атакованных на X, где X число фишек ожившего кошмара. Интересная же карта, интересная. Так, огненный всадник был, Пегас был. Надувной голем был у нас в прошлом видео, когда мы скрывали бустеры из этого сета. Интересно, попадутся ли вот такое и вот такое изображение. Сумеречный джин был, буконьер был, один садар, и вижу еще одна фойловая карта из-за степей. Истребители магов. Это редкая карта. Направленный удар и плюс 2 к простому удару по существам с магической особенностью. Тоже такая хорошая карта для истребления тех, кто... Ну, маги обычно, они где-то из-под тишка там свои заклинания читают. 15 жизней, 4-5-5, но и стоимость 8. Латник преисподней. Вот это, такого пирата еще не было у нас. Абордажник. Прыжок, дальность 3. При атаке атакованный теряет фишки. А вот это тоже хорошая карта, потому что некоторые карты за фишки, да, получают хорошие особенности. Ну вот, например, да, можно излечивать людей, свой отряд, да, за фишки. А это можно подпрыгнуть, если есть место рядом, ударить, и существо теряет свои фишки. Стальной голем. И пока у нас не было ни одного бустера, да, чтобы в нем было две, да, редких, или две там, ну, скажем так, помимо одной положенной редкой карты, чтобы еще что-нибудь сверху было. Такого еще нам не попадалось. Да. Незрячий стрелок. Был у нас падальщик пустоши. И ведьма была еще. И вот один садар и еще одна. Что-то в прошлом видео такого богатства у меня не было. Редкая карта. Ламия, лиса, фойловая. 10 жизней, 1, 2, 3 удара. Опыт в защите. Каждое существо противника, стоящее рядом с ламией, может передвигаться только на соседней с ламией клетки. Так, и у нас здесь два. Осталось два бустера. Итак. Истребитель чудовищ был. Проклятый маг был. Наемная копейщица. Грифон. Вот этого не было. Паладин братства. Опыт в защите 2 при ответном ударе может переместить атакованного на одну клетку в любом направлении. Да, такого не было. Этого не было. Тоже нага-заклинательница. Опыт в атаке, опыт в защите. В начале вашего первого хода противника, если вы ходите вторым, можете закрыть выбранное стоящее рядом существо противника. О. 50 садар, и это у нас из-за того, что карта фойловая, я не совсем могу понять, это у нас ультра редкая или легендарная, но думаю, это ультра редкая фойловая карта. Стальной гигант,
Сумрак не носит экипировку, опыт в атаке, заряд 1. Защита от атак, сила X, DX, число фишек, стального гиганта. Заряд на 3, не может получить более 3 ран за ход. И у него есть как бы способность затрату фишек, магический удар на 5. Это тьма. Так, ну, у нас здесь написано, что мы, как бы, нам никто и не обещал никаких там легендарных карт. То есть 16 редких, 6 суперредких и 2 ультраредких. 2 ультраредких мы уже достали с вами. И, наверное, как бы это и все наше богатство. А я, если честно, ну-ка давайте прочитаем вот здесь. Легендарных карт и здесь нет в перечислении. Возможно, когда был данный сет, их еще и не было. Вот, вот частая, редкая, суперредкая, ультраредкая промо. А легендарных, наверное, и не было в то время. Если вы знакомы с Берсерком как бы давно, да, напишите в комментариях по этому поводу, да, если вы знаете ответ, буду рад прочитать. Обитатель дна, инкарнация 2, при инкарнации может объявить метание на 2. Погонщица гоблинов. Это болото. Тьма у меня теперь стала больше всех. Так, Костоглот был. Это я помню. А, живая лоза была. Вот этот, да, по-моему, чаще всех встречался у нас. Бывалый пират. И контур тоже был. И последняя наша карта, 5 Садар, это у нас редкая фойловая карта Вендиго. Переместить любое, ну, внезапное действие, переместить любое число фишек с выбранного существа на себя. Один раз за бой. И при этом она может потратить X фишек и нанести особый удар на X. Ну, ее параметры 12 жизней, 3-3-4. В принципе, хорошие параметры. Так. Чаще всего, мне кажется, попадался именно бывалый пират. Раз, два, три, четыре. Четыре раза. И давайте ради интереса лоза. Раз, два, три, четыре. Тоже четыре раза. В целом, по повторным картам, я бы сказал, нормально, да, то есть вот по 4 карты, да, в колоду можно добавить их, как бы, можно, не одну же мы будем в колоду добавлять, 2, 3, и нормально по повторам. Теперь давайте вот по редким. Итак, раз, два, три редких. Еще 3, 6. Здесь у нас 4, 10. Здесь обе суперредки, 10. Еще 4, 14. И еще 2, 16. Итак, 16 редких. Уровень, да? 16. Теперь суперредкие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть суперредких и две ультраредких. В общем, ровно то, что и обещали. Скажем так, ничего сверх, да, нету. А вот это жаль, кстати. Почему, например, в бустере нету двух редких
карт. Это бы очень порадовало. Ну и ради интереса, сколько фойловых попалось? Да, фойловые попались все в основном редкие и суперредкие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и вот еще семь. Семь фойловых карт с всего этого многообразия. В целом, как бы покупка бустера, это мое личное мнение получается, можно назвать выгодным. Ну, во-первых, поскольку бустеры были еще по 7 карт, да, в целом такой дисплей стоит недорого. А как старт для колод, для разнообразия колод, очень даже хорошо. Да, мне некоторые карты очень понравились, их хочется добавить в колоду. Это и нейтральных карт, например, очень много. С нейтральными картами их мало в... Ну, например, в «Новой надежде» их нет, а в другом наборе, который сейчас есть в продаже, их там тоже нет, да? То есть нейтральные карты можно для разнообразия колод брать. И поскольку дисплей содержит фиксированное количество, да, карт, вы гарантированно получите что-то редкое, суперредкое, ультраредкое. Да? То есть хорошая покупка, я доволен. Думаю, мы с вами обязательно продолжим знакомиться с берсерком, классическим берсерком, и по большей части с бустерами, да, то есть какие еще они были, потому что мне эта игра очень нравится, и я на нее, она меня увлекла, вот. Поэтому, думаю, мы обязательно с вами еще встретимся в видео, посвященных бустерам. Надеюсь, что конкретно данное видео, ну, в целом, два видео по Анхейму вам понравились. Если это так, я очень рад. Также надеюсь, что они были полезными. Если это так, я тоже очень рад. А на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и до новых встреч.